7 сентября 2024 года на 255-м межвидовом полигоне Центрального военного округа в Чебаркульском районе Челябинской области пройдет 5-й юбилейный Уральский танковый фестиваль «Броня Танкограда», посвященный Дню танкиста, 110-летию танковых войск России и 90-летию Челябинской области. В программе фестиваля новые военно-исторические реконструкции различных этапов отечественной истории. Выставки боевой, инженерной автомобильной техники, артиллерийских систем, стрелкового вооружения разных эпох. Различные интерактивные площадки. Для гостей фестиваля выступят ансамбль песни и пляски Центрального военного округа и творческие коллективы Уральского региона. С программой, схемой размещения площадок можете ознакомиться в официальной группе мероприятия и на информационных площадках организаторов и партнеров. Ждем вас 7 сентября на 5-м Уральском танковом фестивале «Броня Танкограда».